Во всем, что со мной произошло, виноват я сам. Я получил только то, к чему шел. Стоп! Свободен. Ну, здравствуй, волчок. Привет от Ярослава. Ярослав, взяли бы группу захвата, обложили бы тут все, а то ведь и опять упустишь. Я хочу сам. Если волчок, как ты говоришь, вор крученый, разве он поведется на эту дешевку? На какую дешевку? Да ты знаешь, сколько она стоит? Да я не про картину. А про что? Думаешь, он поверит наводчику твоему? Че ты трясешься-то? Не боись. Все будет быстро и чисто. Чего его валить собрался? Ты же говорил, все чисто будет. Волчок, сегодня закончишь свою карьеру. Или по-хорошему, или по-плохому. Все, хорош. Достаточно кровушки попил. Да ее красоты. Вовремя приспичило. Ты просто сиди тихо и смотри, как кино. Я сейчас приду. Смотри, какая луна жуткая. Ярик, ты где? Стреляй!
закрывай глаза. Не закрывай. Прошу тебя. Сейчас скоро вызовем. Эрик, больно. Все будет нормально. Антонов. Здорово. Там, короче, сигнал поступил. В Калькино стрельба какая-то была. Позвони местной РУВД, там пусть сами разбираются. Понял. Это не наш район. Все, пока. Ну что, опять ушел? Я Антонова убил. Ярослав, ты ни в чем не виноват. Во всем виноват Волчок. Если б я Антонова не уговорил, не хотел в своем доме ту гребаную засаду. Поймаю Волчка, своими руками буду рвать. Не надо своими руками. Мы его под вышку подведем. Официально. Ты думаешь, этого достаточно в прокуратуре работать? Ты что ли эти вопросы решаешь? Кому вышку, кому нет? Я знаю, с кем говорить. После всего, что произошло этой ночью, и я так близко был от смерти, я твердо решил завязать. Привет, Санек. Ну, как сработал? Удачно? Удачно. Еле ноги унес. В следующий раз аккуратней будь. С следующего раза, Толик, не будет. Завязал я. Зарою свой талант в землю. Зарою. Не от Бога он. Пойду на работу устраиваться. Санек, с какой тебе работой? И почему ты решил, что я могу тебе в этом помочь? Потому что ты друг моего отца. Ярослав Михайлович, я что-то принесла, не посмотрите? Ты что, не видишь, что я работаю? Да в конце концов, дадите мне сегодня работать или нет? Закрой дверь! Сейчас мне хотелось бы обратить наше внимание на стих 16, 3 главе Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Саша, что-то случилось? Нет. Опять, наверное, от милиции ныкаешься? Да нет, мам. Больше ни от кого я ныкаться не буду. Саша, не носи мне больше эти деньги. Мне такие деньги не нужны. На работу пойду.
На какую работу, сынок? Ты руки-то свои видел, нет? Тяжелее отмычки, ничего не подымал, поди. Кому такой работник нужен? Когда проповедь закончится? Мне надо со священником поговорить. Скоро закончится. Родная моя. Да нет, мама все равно не верит, что я завязал. Такие деньги, говорят, мне не нужны. А от вас возьмем. Давай, что-нибудь придумаем. Вы как-нибудь частями. Родная, пишу тебе в надежде, что смогу передать тебе это письмо на суде. В принципе, здесь не так плохо, как я думал. Встретили нормально. Здесь такие же люди, как и везде. Я знаю, ты поверила в то, что услышала про меня. На самом деле, все было по-другому. Как я тебе и обещал, я устроился на работу. Ну что, 300 за втулку и 300 за работу. Ну что, сынок, кран-то хорошо сделал. Крепко? Хорошо, мать. А то здесь был ваш работник из ЖЭКа. Аркадий звать. Он с меня содрал 1500, а кран течет. 1500, говорите? Да, 1500. Хм. Значит так, 300 рублей за втулку я беру, а это не надо. Ой, спасибо вам большое. Аркадий вам 1500 вернет. 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 Спасибо. Сегодня же вернет. Дай бог. Тем более кран он не доделал. Пошутил он. Пошутил. Пошутил. Угу. Ну, дай бог. Здоровья вам. Хе-хе-хе. Ну что, Вовик? Не пробую. Тебе сегодня дерьмецо топтать-то. Не мой. Выйдем. Че это он? Че случилось-то? Ну и че? Что тебе надо? Значит, слушай сюда. Сейчас идешь на восстание и отнесешь бабушке деньги. А тебе-то что до этого? Какая тебе разница? А? Ах ты, падла! Если не вернешь, будешь инвалидом. Понял меня? Анечка, а ты как здесь? Я теперь здесь живу, а ты? А я здесь работаю, вот в этом ЖЭКе. Ну что, играем? Че он там провякал? Из себя что-то строит. Откуда понты такие? Откуда ты этого черта взял? Советую к этому черту прислушаться. А что будет? А вот то, что вякнул, то и будет, поверь мне. Ты еще здесь? А я что, на самолете летаю, что ли? Я, понимаешь, человека хорошего встретил. 5 лет не виделись. Сходим куда-нибудь вечерком. Ну, а ты, Анечка, естественно, рыбу. Естественно. Помнишь. Анечка, это тебе.
это первое, что я купил на честно заработанное. Честное слово. Даже самому приятно. Хотелось бы верить. Красивое. Это вам. От того стола. Я другой уже. Ты понимаешь, другой. Ну, это люди из прошлого. Я хочу начать все сначала. Давай попробуем. У нас получится, Анечка. Я боюсь, что столько лет прошло, а мне все еще больно. Не хотелось бы пройти все это еще раз. Ты так всегда внезапно исчезаешь. Это значит, нет? Или надо подумать? Давай не будем спешить. Давай. Первый раз с Анечкой мы встретились 5 лет назад. Наше счастье длилось недолго. С моим образом жизни тогда единственным правильным решением было расстаться с ней. Я не хотел испортить ей жизнь. Встретив ее вновь, я понял, что это единственный человек, который меня интересует, и я хотел быть с ней рядом. Мое сердце переполнилось радостью и любовью. Я с нетерпением ждал, когда увижу ее снова. Но я даже примерно не представлял, какой сюрприз готовит мне следующий день. Встреча с Жориком и его другом перечеркнула все мои планы на будущее. А? Жорик, ё-моё, ты как здесь? Тебе же еще 2 года чалится. Ну, здорово, братишка. Че такое, Жорик? Че, ранишь, что ли? Значит, дернул, да, с зоны? Почему сразу дернул? А может, амнистия? Ага, амнистия. Рассказывай. Ясно дело, дернул. Заринка, доча моя. Это ж папин друг, не бойся. Ладно, Жорик, пошли. А Катерина? Все нормально, пошли. Тамиком на 100 тысяч баксов. А то и на 200. Вот смотри, операция для Зарины где-нибудь в Европе 1020 будет стоить. Еще и на жену останется. Машину купишь. Жорик, я тебя прошу. Я тебя не уговариваю. Просто сам подумай. 2 часа, и у тебя здоровая дочь. Вариант беспроигрышный полностью. Ага. Последний твой вариант. Вместо 2 часов мне 4 года вылился. Тоже беспроигрышный был. Давай без меня. У тебя получится. Я знаю. Что ты знаешь? Без тебя не получится. Там замки сумасшедшие. Так что, Тофик, без тебя никак. Привет. Кто там? Стой! Чего надо? Вы сантехника вызывали.
Какой еще сантехник? Че ты мне голову морозишь? Сейчас милицию вызову, посмотрим, какой ты сантехник. Вы то сантехника, то милицию. Как вас понять? Ну, извините, если не вызываю. Стой! Как зовут? Саша Волков. Стой там. Сантехника заказывал с утра. Пришел ко мне. Как фамилия? Спасибо. Здравствуй, Катя. Здрасте. Давно не виделись. Что он тут делает? Катя, я тебя прошу, не надо. Ну-ка, иди отсюда. Давай, давай, уходи. Катерина, прекрати. Это же мой гость. Когда этот гость появляется, обычно ты пропадаешь. И обычно надолго. Катя, все нормально, все подконтрольно. Я же в завязке, ты что, забыла? А ты не забыл, что у тебя есть жена и дочь? Катюша. Тофик, не вздумай. А ты... смотри у меня. Заринку зови сюда. Я ей еще песни не пел. На букву скажешь, все обойму тебя благодарю. Понял меня? Я нет? Понял? Понял меня? Шапку? Ну-ка, говорю, читай. Что вам надо? Закрой колечко. Руки обмотай ему. Хозяин, здесь гибкая подводка нужна. А это кто? Конь в пальто. А у меня такой нет. Ну-ка, ключик свой на пол. Положи. Пожалуйста. Мне пора. Я вас не видел. Вы меня тоже. Хорошо? Я пошел. Переворачивай его. Руки надо связать. Это ограбление. Меня хотят убить. Адрес как? Помогите. Они меня убьют. Они меня убьют. Курсантская, 17. Сами расхлебывай. Все, я сваливаю. Правильно. Давай. Надо валить. Ладно. Только пусть я отсюда не пойду. Это сантехник. Он здесь был в 9 утра. Турбо делал. Какая турбо? Не турбо. Не турбо. Турбо. Водичка льется. Водичка. Турбо делал. А это что? А фамилия ее? А фамилия Волков? Волков Аге? Волков? Волков, Волков Аге. Свободен. Алло? Ярослав? Я волчка поймал. Да, Ярослав, приветствую. Поймал я все-таки волчка. О, представляешь, он типа сантехником устроился. Хата дорогие вычислять. Вы спрошу тебя, подстрахуй, пожалуйста. Уж боюсь рисковать.
так понял, это за нами, а, Жорик? Да не гонит. Все нормально. Где нормально? Зона нормальна, да? Менты нормально, округа нормально, да, придурок? Да уберите руки! Опять ты меня подставил, падла! Сучий потрох! Подставил! Я тебе сейчас глаз отстрелю! Один ответишь на все, понял? Стопудов менты. Опять менты. Опять зона. Ну, привет, Саша. Узнал? Поздравляю тебя с первой официальной мокрухой. А ты, оказывается, совсем дебил. Или нас за дебилов держишь? Мы ведь даже не догадывались, зачем ты сантехнике подался. Слышь, Сокол, тебя звать как? Саша. Тофик? Похоже, менты думают, этот лох нас в заложники взял. И что? Точно, менты меня с ним перепутали. Астафрулла. Какая разница, спутали, не спутали? Нам-то все равно кранты! Ну и хорошо. Пусть думает, что он налетчик. Какая нам разница? Я славы не ищу, а? Будешь говорить то, что услышишь от меня. Понял? Понял, я говорю? Слово влево, слово вправо. Пойдешь вслед за барыгой. Понял, да? Да. Я сейчас кнопочку нажму, и ты скажешь, чтоб через час у ворот стояло авто с включенным мотором. Если не будет авто, будет еще один жмурик. Ты трубку не бросай. Сколько там чек у тебя? Я имею в виду живых. Через час подгонишь машину к парадной с включенным движком. Если не будет машины, будут жертвы. Тофик, не пошло по плану А, пойдет по плану Б. Когда я потребовал машину, Жорик и его друг успокоились. Я был очень удивлен, что не увидели в этом выход. Лично меня такой выход совершенно не устраивал. Я понимал, что спокойно уехать нам никто не даст. Жорик был совершенным отморозком. Он не боялся ни возврата на зону, ни даже возможной смерти. Это окончательно испортило мне настроение. Ну что, урод? Ты же нам всю малину обгадил. Как ты вообще здесь оказался? Чё дело-то лагерное? И откуда ты взялся, паскуда, на нашу голову? Слышь, ты. Это чё, твоя, что ли? Ты чё, поп, что ли? Тофик! А он еще и поп по совместительству. Ну давай, рассказывай, чему вас там учат. Что, прям сейчас? Ну а почему нет? Завтра может и не быть. Ты что, хочешь, чтобы я в ад пошел? Вслед за Тофиком? Знаю я, чему вас там учат.
как студяк, бабки выколачивать. Ты же сам знаешь, что там никого нет. Пока не пойму. Он потребовал тачку к парадной. Сказал, если через час не будет, будет валить заложников. Падла. Так и нормально. У нас же больше шансов. Или ты передумал насчет вышки? Ага, передумал. Ты собираешься ждать его целый час? Да он же еще какую-нибудь гадость придумает. Я бы позвонила и сказала бы ему, что он труп, и никакой машины ему не будет. Ну чего, машину ждешь? Ну ты точно дебил. Через час, Волчок, ты будешь покойником. Вытянулся, руки быстро. Да, пошел. Все, давай, на выход его быстро. Давай быстро, я сказал. Движения в парадной были. Если через полчаса не будет машины, будут жертвы. Они не дадут нам машину. Они нас похоронят здесь. Все из-за тебя. Это же ясно. Если бы они хотели дать нам авто, давно бы уже дали. Они же все уже решили! Заткнись! Все подконтрольно! Ты знаешь, что будет? Я сейчас такую вещь подумал. Даже если они не кончит нас здесь, все равно нам вышка. Ты понимаешь, Жора? Нам вышка. У нас нет ни малейшего шанса. А зря ты его убил. Не каркай! Если ты не заткнешься, я этого замочу! Как они будут без меня, моя жена? Что с ней будет, моя доченька? Я же ради них пошел. Я их так люблю, Жора. Или ты заткнешься, или я пристрелю тебя, как собаку. Я так люблю Заринку. Я не услышу, как она заговорит. Я никогда ее больше не увижу. Я не хочу на вышку, Жора. А я хочу, Тофик. А я хочу на вышку. Для меня это единственный выход. А еще лучше, пусть это закончится прямо сейчас. Вот он я. Ну давайте. Кто первый? Ну что, слабо? Слабо! А может, тебе не слабо? А мне не слабо, потому что я с зоны не сбегал. Понимаешь, своими куриными мозгами? Не сбегал. Меня туда нагнали, как кота помойного, чтоб я здесь подох, на воле. Там без меня жмуров немерено. Меня комиссовали. Вот, смотри!
мне жить осталось всего полгода. А ты люблю, не люблю. Мне уже приговор подписан. Меня чем раньше расшмаляет, тем лучше. Я не собираюсь умирать постепенно. Мне лучше сразу прямо здесь или на крайняк на твоей вышке. Прошло около получаса. Еще через полчаса дадут машину. Я не хотел принимать участие в захвате, даже в роли заложника. Также я почувствовал жалость к Тофику. Не понимаю, как он вписался в это дело, имея ребенка и жену, которых любит. Сумасшедший Жорик мог в любой момент взорвать ситуацию. Если ему верить, то жить долго он не планирует, поэтому готов к любому исходу. Чего нельзя сказать про Тофика и тем более про меня. Заринка, доченька моя, папа сегодня не будет дома. И завтра не будет, и послезавтра, и послезавтра не будет. Папа уезжает на командировку. Надолго. Ты только по мне не скучай, доченька. Слушайся во всем маму. И знай, что папа тебя очень-очень любит, доченька. До леса. Доедем? Я тебя отпущу. Доедем мы только до крестов. Это понятно даже идиоту. Это под идиотом. Кто рассматривается? Случаем не я? Не ты. Тебе же это непонятно. Слышь, удот, ты меня учить будешь, что ли? Да подожди ты. Может, он что умное скажет? Да если мы сядем в машину, 100% гарантии, что через час мы будем в изоляторе. Если повезет. И что ты предлагаешь? Да что ты это колдыря слушаешь? Тофик! Да он просто вторым жмуром не хочет быть! Вот и ездит тебе по ушам! А я третьим не хочу быть! В отличие от тебя, ты уже все сделал, что мог. Плохой у тебя план, Жора. Он прав. У меня плохой план? А у тебя есть лучше? Не слышу. Или может у него, а? Ахмат! Ты кто такой, а? Ты че воду мутишь? Я волчок. Саша волчок. Ты? Я. Волчок? И вы их не интересуете. Их интересую я. Руки развяжи. Это правда, что произошло убийство и в нем замешан какая волчок? Правда? Что? Какое убийство? Вы что? Что значит, уберите камеру. Что? Кто вас пустил вообще-то все-таки? Где у вас хотя бы пару слов. Расскажите, что вот здесь туда происходит. Вот за деревом там встаньте. Он нас может вытащить отсюда. Есть шанс. Он всегда сухим из воды выходил. Ты, конечно, извини, что мы тебе всю малину обкакали. Кто знал, что сам Саша Волчок нашими иконками заинтересуется? Но рулить здесь буду я. И мне по барабану, кто ты такой. Я буду играть по своим правилам. Хоть ты вор авторитетный, хоть ты главный поп. Жорик постоянно хватался за свой бок и глотал таблетки. Он был полностью потерян, не знал, что делать. В общем, вел себя как ребенок. Впрочем, он мне не мешал.
Самое главное, я видел выход. Раньше тут две квартиры было. Видишь, два уровня. Значит, здесь два выхода в разные парадные. За гипроком есть выход. Я думаю, через пару часов мы будем в соседней парадной. Я что-то тебя не понимаю. В чем проблема? Или ты ждешь, когда он следующего заложника хлопнет? Меня больше волчок интересует. Больше, чем заложники? А может, даже и так. Если это приведет волчка в камеру смертников. Иваныч, я тебя как друга прошу. Тебе от этого легче станет? Не знаю, но я этого хочу. Вот выход. Правда, кирпичом заложили. И чё? Ничего. Два часа работы. Как органчик у нас солирует. Погромче, погромче, давай, давай. Вася, давай, нажимай, Вася. Отлично. Все запело, заплясало, понимаешь? Дальше вот что было. Пел я песни под гитару, задавал тусовки жару, и девчонок доводил до слез. Все гулял да веселился, увольнялся, разводился. В общем, жизнь летела под откос. Все гулял да веселился, увольнялся, разводился. Жизнь моя летела под откос. Думал я, что счастья в малом, было бы друзей навалом. Только вот когда пришла... Час прошел. Машину нам давать никто не собирался. Чему я был очень рад. Ярослав явно провоцировал меня на расправу с очередным заложником. Чтобы пробить стену, нам оставалось всего минут 15. Поэтому я особо не напрягался. После того, как у нас появился шанс уйти, настроение у Жорика с Тофиком резко поднялось. Тем более они нашли на кухне водку. Опарыши? Это макароны. Могила? Тофик? Это уха. Хряпа? Это... Тофик, как это будет по-русски? Это овощное рагу. О, молодец. Держи. Во, учись. Жорик, у моего отца такой же смех, как у тебя был. Заразительный. Почему был? Умер он на зоне от туберкулеза. Бывает. Да. И знаешь, как его звали? Георгий. Жора. О как. Тоже Жорик. Кроме имени и смеха, у вас еще кое-что общее есть. Похоже, не очень-то его любили. Да, Тофик? Мать меня одна воспитывала. Он нас бросил. Из всего общения письмо одно с зоны. А я его взял и выбросил. Даже читать не стал. А сейчас жалею. До сих пор не могу простить себе за это. Помнишь, когда мы жили в Пушкине? У нас соседи были. У них два сына было, двойняшки. Тоже в первом или во втором классе. Когда их отец возвращался с работы, они бросали все дела, бежали и прыгали к нему на руки. Он им всегда что-то давал. Я на них дико тогда злился. Обзывал папенькими сынками. И презирал их за это. В один вечер
мы опять были вместе. И вдруг увидели их отца. Он шел к нам и радостно улыбался. Я не знаю, что со мной произошло, но я бросился к нему раньше всех. Подбежал первый. Он подхватил меня на руки и прижал к себе. Потом выгреб из кармана все конфеты и отдал мне. Тогда в квартире я почему-то вспомнил этот случай. У нас в переходе на Фонтанке. Кореш его на баяне играет. Толик гармошка. Они сидели вместе. Говорит, отец на зоне много всяких историй про меня рассказывал. Например? Например, как я без экзаменов на скрипку поступил. А у меня даже слуха не было. И всех этих историй никогда не было. Он их придумал. Я тогда мог ему помочь, но не захотел. Жалко. Отец все-таки. Вернуться бы туда. Хоть ненадолго. Поговорить. Если бы была моя воля, я даже отсидел бы за него. Лишь бы он жив остался. А я даже на свиданку к нему не поехал. Встать. На выход. Слинка-то, не будет никакой лажи. Последний момент. Ты же ее знаешь. Все, что от нее зависит, сделает. С судьей они говорили. Он в курсе, кто такой волчок. Угу. Дай-то бог. Кто был третий на паровозе? Говори! Говори, говорю! Яркий пароль, говори! Отпусти, дурачок. Все будет хорошо. Я готов. Как я по тебе соскучилась. Не понял. По такому веселому. Я сам соскучился. В соответствии со статьей 294 УПК Российской Федерации судебное следствие объявляется законченным. В качестве участника операции по захвату Волкова приглашается Нестеренко Ярослав Михайлович. По долгу своей службы я ежедневно сталкиваюсь с преступлениями разной тяжести и разной мотивации. Довольно часто совершается правонарушение, в которых преступник вызывает больше сожаления, нежели желание изолировать его от общества. Мне есть что ему сказать. Никаких проблем. Я готов. Выскажи ему все, что думаю. Я готов сесть и в открытую с ним побазарить. У меня вопросов к нему есть. Я готов задать. Только где он? Где он? Нету. Не вижу. Бог! Где ты? Жорик, хватит комедию ломать. Хочешь говорить с ним? Иди вон туда и наедине говори. А нам тут не надо мозги парить. Правильно он сказал. Только не готов ты еще с ним базарить. Это почему? Что для этого? В пещере надо просидеть 15 лет? Или на столбе? Да ты на понтах весь и на пальцах. Кто ж с тобой базарить-то будет? Если уважения нет. Так что пролетаешь ты. Не дождешься. Смотри, сам не пролети.
Что касается данной трагедии. Убийство заслуженного деятеля искусств – это только видимая вершина айсберга. Десятки других преступлений, совершенных Волковым, к сожалению, не доказаны. К великому моему сожалению. Мой Господь, к Тебе я буду славить Твое имя, я буду петь хвалу Тебе. Господи, прости моя меня грешного, жил как собака, мой Господь, по собачьей сдохну. Тебе. Если бы можно было все начать сначала, я бы все по-другому сделал. Если все нормально будет, что дальше делать будешь? Возьму семью и уедем отсюда, подальше куда-нибудь. Че, все уже, Жорик? Че ты молчишь-то? Какие листья зеленые. Трава. Там много еще осталось? Бетон там. Никогда не замечал, что природа цветная. Как будто дальтоником был. Цветная, черная, белая. Там стена, понимаешь? Мы там не выйдем! Тофик, ты меня прости за все. Ты прощаешься со мной, да? Да нет. Я прощения прошу. Я виноват перед тобой. Поздно, Жорик. Надо было раньше подумать. Ты стоял, улыбался. Природа цветная. Прощения просишь. Ты, Жорик, сказал, что тебе лучше сдохнуть. Что готов на вышку? А лучше прямо здесь. А мне нет, Жорик. Мне нет. Я жить хочу, понимаешь? У меня дочка немая. Я не могу без них, Жора. Не могу, понимаешь? Я люблю их. Жорик! Обвиняемый оказался на скамье подсудимых слишком поздно. То, что я сейчас скажу, будет звучать несколько непривычно для работника правоохранительных органов. Я лично в полной мере признаю вину в том, что нам не удалось предотвратить ни этого убийства, ни всех других трагедий, виновник которых сидит в этом зале. Я тебя прощаю. Я сам пошел. Я думал, все будет хорошо. Ты тоже так думал, я знаю. Я знаю, ты меня любишь. Я прощаю тебя, Жора. Прощаю. И сегодня суд
не только над ним, но и надо мной. Я также виновен перед нашим обществом и перед нашими людьми за те злодеяния, за то горе, которое исходит от этого невинного агнца. А у меня сын будет, а может дочь. Неизвестно пока. Жена сказала. Поздравляю. Спасибо, Тофик, что простил. Веревку неси сюда. Зачем веревку-то, Жорик? Руки давай сюда. Жорик, что с тобой? Не надо, Жорик. Лучше не подходи. Слово предоставляется прокурору. Уважаемый суд, доказательства, исследованные по делу, говорят об одном. Совершено жестокое и бесчеловечное убийство. При назначении наказания прошу суд представить себе такую картину. В ваш дом врывается незнакомый человек, убивает хозяина дома, то есть вашего мужа или отца, или сына. Потом выбрасывает его уже мертвого на лестничную клетку. Может, на ваш взгляд, такое преступление и не заслуживает наказания? Или, как вы выразились, подсудимый сделал самооговор, и он не виновен? И если благодаря вашему большому сердцу вы готовы его простить, то приготовьтесь тогда простить и еще сотни подобных преступников, которые будут порождены безнаказанностью и примером, который мы видим в лице подсудимого. Значит, расклад для ментов такой. Скажут, что за иконой пришел к барыге купить. Барыгу стрельнул. А вас, сантехника, в заложники взял. Запомнил? Пообещай, если сын родится, Георгием назовешь. Я же говорил, все подконтрольно. Все, хватит. Настрелялся. Прошу. Как самочувствие? Повреждений нет? Нет. Волчка наказать хочешь? Волчка? Волчка. На суде скажешь, что он убить тебя хотел. Но тебе удалось вырваться и сбежать. Меня же наоборот отпустили. То есть у тебя к Волчку претензий нет? Нет. Естественно. Свободен. Как это свободен? Свободен. Иди домой. Ты чего его, отпускаешь, что ли? Он же свидетель. Такие свидетели нам не нужны. Почему? Если так дальше пойдет, Волчок явку с повинной сделает. Захват готовим.
похоже, волчка пора принимать. Но я ж говорил, что надо брать. Дашь команду? Дай трубку старшему. Так как сейчас, никогда в жизни жить не хотелось. Как будто заново родился. Кажется, жизнь только сейчас началась. Неохота под вышку. А ты не знал, что у Тофика сын будет? Да нет, он не говорил. Может, потому что последний раз он сел за 3 месяца до рождения Заринки. Из-за меня. Поэтому она не моя. Из-за меня. Хотел все исправить. Не вышло. Я бы хотел, чтобы на моем памятнике написали: если бы ему дали шанс исправить свои ошибки, он прожил бы всю жизнь по-другому. Полностью. А на твоем? А на моем? Пусть напишут: его здесь нет. А насчет шансов, я бы вытащил отца из тюрьмы и вылечил бы. Даже вместо него срок бы отсидел. Если бы можно было. Смешной анекдот Тофик рассказал. Мой любимый. Я бы еще раз его послушал. Да. Напоследок. А я бы Толика гармошку. Пора на выход. Неси свою веревку. Каким образом подсудимый совершил не только убийство из корыстных побуждений, убийство заслуженного деятеля России, но также было совершено наитягчайшее преступление против интересов Российской Федерации. Прошу применить к подсудимому исключительную меру – смертную казнь. Мне вышку не дадут. На мне ни одного дела нет. А тебя расстреляют, Жорик. 200%. С твоим послужным списком. Ну-ка, развязал быстро. Ты что, дебил? На себя мокруху берешь. Это мое дело. Ты здесь ни при чем! Жора, еще раз объясняю. Мне срок, а тебя на расход. Чувствуешь разницу? И логику подключи. Если налетчик ты, то получается и Тофика ты в заложники взял. Своего подельника, с которым вместе чалился. Который здесь якобы случайно оказался. Чуешь, какой бред? И Тофика потянут вместе с тобой. Ты этого хочешь. И, между прочим, волчок — это я, а не ты. Ярослав никогда не поверит, что меня в заложники взяли. Ради Тофика. Ему еще сына воспитывать. Георгия, между прочим. Жора,
давай сделаем так, как я говорю. Договорились? Пусть пока будет так. Ну что, пойдем? Пошли. Ты уверен? Жорик, где ключи? Стой, стой! Че, убили его, что ли? Эй, дышит он, не дышит? А, живой. Давай машину. Вы так легко чужими жизнями разбрасываетесь, да? В данном конкретном случае только одной. И только для того, чтобы сохранить жизнь многих других. Если подсудимый не сделал признательных показаний, я вообще бы считал, что это пустая трата времени. Я не вижу заложников. У меня есть к вам один вопрос. У вас кого-нибудь из близких убивали в собственной квартире? Иваныч, спасибо тебе. Помог ты мне здорово. Угу. С меня поляна. Пока. Алло, Маша, Тофик не у вас? А твой муж дома? Заинка. Папа! Доченька моя, доченька. Заринка, ты сказала папа? Доченька. Повтори еще раз, что ты сказала? Как ты сказала? Папа? Ты сказала папа. Солнышко ты мое. Папа. Ты сказала папа. Скажи еще. Молодец, Заринка, доченька. Прошу всех встать. Суд.
квалифицировал действия подсудимого по статье 105, часть 2, пункт АЕ УК РФ как убийство, совершенное из корыстных побуждений. По статье 105 УК Российской Федерации как убийство с целью скрыть другое преступление и назначить подсудимому наказание в виде смертной казни расстрела. В соответствии со статьей 328 УПК Российской Федерации, приговор суда может быть обжалован в Верховный суд Российской Федерации в течение 7 дней с момента вручения подсудимому копии приговора. Товарищ старший следователь, прокуратура. Майор Нестеренко прибыл в ваше распоряжение. Ну, Ирина, хочу выпить за тебя. Здорово ты все устроила. Честно скажу, до последнего не верил. Ну, Ирочка, давай. Я тобой горжусь. Ленка звонила. Говорит, печально как-то все это. И мне тоже. Ясно дело. Денечек-то не из легких. Ленька, скажи. Я ее должник до гроба. Устала я. Стой! Подошел. Слышь, боец, а что это у тебя такое здесь? А что мятый такой? В свинарнике, что ли, ночевал? А? Уйди с глаз. Доля твоя. Думаешь, мы от барыги пустыми ушли? Тофик, чё ты гонишь? Если бы ты взял бабки у барыги, ты бы их прямо там в общак положил. Правильно? Там мне не до этого было. Ты же мне ни слова не давал сказать. Все со стволом нос тыкал. Орал там, все бегал. Тофик, оставь это для Заринки.
Зарине не надо операцию. Зарина сама заговорила. Так что обошлось без врачей. Давай Саше поможем. Саше, мы уже ничем не поможем. Надо родственников его найти. Может, через Толика гармошку? Правильно. Слышь, поешь? Слышу. Я вас слышу. Все я слышу. Здравствуй. Какой у тебя облик святой. Приятно посмотреть. Ну вот и все, волчок. Догадался, наверное, почему я здесь? Именно сегодня. Что молчишь? Скажи что-нибудь. Порыдай. Покричи. Есть ведь, наверное, что сказать-то. А? Ты не онемел часом? Я смотрю, у тебя тут мир и покой. Я бы тоже так хотел. Только не будет мне покоя. Пока ты живой. Пока не отомщу за друга. Которого вот этими руками... Вот эй! Рука! Сволочь! Баба! Ну что, молчишь? Чего? Молча ответишь.
Ты прости меня. Чего? Много зла я тебе сделал. Если можешь, иди сюда. Ты что, новое несешь? Что дали? А зачем ему новое? Пошел вон. Ни свое, ни жалко. Как мама. Жива-здорова. Передайте ей. Я отсюда уже не выйду. Отсюда нет выхода. Выход есть. Ты его просто не видишь. Потому что увидеть его невозможно. В него нужно поверить. По дороге сюда я наблюдал очень странную, жуткую ситуацию. Собака выбежала на дорогу и только чудом не попала под колеса. Я стоял и наблюдал, как она бросалась во все стороны. Но вокруг нее все мелькало, раздавались сигналы. В общем, полный хаос. И она не могла из него выбраться. В какой-то момент я просто пережил то, что она чувствует. Это был ужасный животный страх. Кругом шум, мелькание колес и обреченность. Полная обреченность. И никакого выхода. Никакого. Со стороны я видел, что выход есть, но она этого не видела. Только мелькание машин, грязь и страх. И никакой надежды. У тебя сейчас нет надежды, потому что ты всю жизнь жил не той надеждой. Надежда изменить те или иные обстоятельства. Надежда, что проблемы решатся. Это не та надежда, которая проведет через самый главный переход. Переход, ради которого мы и живем. Мы и рождаемся только ради этого перехода.
И для многих он является выходом. Не смертью, а выходом в жизнь. Тебе дана такая возможность подготовиться к переходу в вечность. Люди всю жизнь живут надеждой, которая к вечности не имеет никакого отношения. И остаются совершенно не готовыми к моменту, когда они предстанут перед Богом, который их сотворил. Но я никого не убивал. Почему так жестоко со мной? И того человека в квартире я не убивал. Я сам такая же жертва, как и он. Я был просто заложником. Мы все заложники нашей испорченной природы. И нам нужен Спаситель. Вы мне не верите. Верю. И, возможно, именно потому, что ты жертва, тебе дана возможность найти правильную дверь, единственный правильный выход, который есть Иисус Христос, твой и мой Спаситель. Саша, это Божья милость, что ты можешь обратиться к Нему до перехода. Ты не можешь упустить эту возможность. Рано или поздно каждый из нас умрет. Каждый столкнется с вечностью, и какая она будет, решаем мы сами. Здесь, на земле, ты должен принять правильное решение. Хочешь, вместе помолимся? Господь Иисус, прости мне мои грехи и приди в мою жизнь. Батюшка, ваше время вышло. На выход. На выход. Thank you.
во всем, что со мной произошло, виноват я сам. Я получил только то, к чему шел. И для меня навсегда останется загадкой. Ну как можно простить такого, как я? Но я прощен. Какое странное это чувство. Я прощен. Вот еще несколько шагов. У меня начнется новая жизнь. Еще несколько минут. И я свободен. Как я боюсь этой свободы. И одновременно жажду. О, Господи, Бог мой, как я ее жажду. Сердце просто разрывается от страха. И от какого-то необъяснимого волнения. Даже дышать трудно. Как пахнет листвой. И небом. Синим. Родным небом. Зря мы так с ним. Вот, это Александра.
Если могу чем-то помочь, я все сделаю. Простите меня, если можете. Молодой человек, подождите. Пусть это останется у вас. Ты, только ты веришь в меня, любишь меня, знаешь ты, только ты рядом со мной все. Бог любит свои творения, людей, и поэтому отдал Сына Своего в жертву за наши с вами грехи. Тот, кто в это поверит, получит прощение своих грехов и жизнь вечную. За свои грехи каждый из нас заслужил ад, но Сын Божий заплатил за них своей смертью. Невинный и чистый умер за нас, порочный и грешных. Всегда.